Это городской отдел образования. Чиновники не ожидали визита сотрудников департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, но безропотно открывают все шкафы в служебных кабинетах. Там не оказалось ничего, что можно принять в качестве новогодних подарков. Все руководители госучреждений ознакомлены с приказом отдела образования города Уральска. Фактов коррупционных деяний на сегодняшний день нету, можно сказать так. Госслужащие, также аппараты отдела, все ознакомлены с этим приказом. В этот же день были проверены и другие госорганы. С чиновниками провели профилактические беседы. Даже мелкие сувениры и подарки могут привести к серьезным последствиям. Летом этого года вот офицер воинской службы за предоставление ежегодных отпусков просил от своего подчиненного очиститель воздуха за это в виде подарков стоимостью свыше 2000 тенге. За это данный офицер был привлечен к административной ответственности в виде 600 МРП или около полтора миллиона тенге. Стоит отметить, что в этом году госслужащие Западно-Казахстанской области добровольно сдали 13 подарков на сумму 40 тысяч тенге. Среди презентов – спиртное, конфеты и настенные часы. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.